Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин посетил Свято-Троицкую Сергиеву Лавру. Глава государства поклонился иконе Святой Живоначальной Троицы, написанной преподобным Андреем Рублевым. Напомним, святыня, написанная по просьбе преподобного Никона Радонежского, ученика и преемника преподобного Сергия Радонежского, и ставшая идеалом художественного выражения христианского догмата о единосущном и триипостасном Боге, вернулась в свое историческое место 22 июня, в канун праздника Святой Троицы. У Троицкого собора Лавры президента встречал святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Владимир Путин прошел в храм, где поклонился великой святыне. Икона Живоначальной Троицы была написана преподобным Андреем Рублевым в первой половине 15 века для иконостаса Троицкого собора Лавры. В 1929 году по распоряжению Народного комиссариата просвещения РСФСР святыня была передана в Государственную Третьяковскую галерею. Решение о возвращении образа Пресвятой Троицы на историческое место в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре было принято Владимиром Путиным в мае прошлого года. В храме святыни установлен специально изготовленный стационарный киот с бронированным стеклом. В нем поддерживается необходимый для сохранения иконы климат. Поклонившись мощам основателя обители преподобного Сергия Радонежского, глава государства ознакомился с планами развития Сергиева Посада. В 2014 году у нас здесь было такое знаменательное событие – 700-летие Сергия Радонежского праздновалось. Владимир Ильич, вы присутствовали. Мы хорошо помним вашу речь. За два дня тогда в город приехало более 170 тысяч человек. Только один крестный ход, ваше тещество, который вы возглавляли, был около 40 тысяч человек, шел. Вот тогда мы по итогам проанализировали, в общем-то, историю, все происходящее. И в голове родился концептуальный подход, о котором я сейчас расскажу. Мы не побоялись, попробовали положить его не просто на бумагу, а поработали над его реализацией. И учитывая вы изначально поставленную задачу, сформулировали концепцию пространственного развития города Сергиев Посад со своей отдельной философией. Владимиру Путину был представлен презентационный ролик проекта развития Сергиева Посада, который может стать отправной точкой паломничества по Золотому кольцу России. Тем временем верующий народ собрался поприветствовать своего президента и патриарха.